have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Пойдем мы сегодня с вами в Live Experience. Нам посоветовали этот режимчик, наш подписчик. С удовольствием пойдем проверим. Мы оба нулячи. А почему у меня... А, это не у меня было. Хорошо. Посмотрим, что здесь и как. Что это за кактусы-призраки? Ого. Самое главное, то, что у меня есть кактусы. Это так круто. Ну, каждому по-своему... Что, что, что? Три плиты поменяются местами. Блин, да, видимо, одна из моих плит. У тебя будет этот контроллер над плитами. Да идите! Глупцы. Да идите, твари! Нет! Моя плита сейчас уменьшится, блин. Это моя плита. Короче, фишка в том, что это выглядит реально как Horrific Housing, только немножечко своеобразно. Пока что очень прикольно, не знаю, посмотрим. Два игрока ускорятся, это будешь ты еще кто-то. Две плиты станут невидимыми. О, кто-то полетел вниз. Кстати, да, моя плита уменьшилась. Я уже еду к тебе на своей плите. Я уже... В общем-то, не прикасайся к кактусу. Кактус колючий. Кактус убивает? Кактус колючий. Он мачете, он убивает? Да. В общем-то, он у тебя забирает хпшку. Блин. Интересно, ты сможешь сюда подъехать или нет? Могу. Прыгай. Все, Нет! Я не хотел нажимать. Вези меня отсюда. Давай-ка туда. Кактусу не прикасайся, не едь в ту сторону. Блин, что, где? Нам дадут шипы, в смысле шипы. Теперь мы в ту сторону тоже ехать не можем. Можем. Нет, я больше не хочу ехать в ту сторону. Не надо больше ехать в ту сторону. Тут даже призрак умер. Даже призрак. Давайте просто... Здесь останемся. Давай, сейчас чуть-чуть еще отъедем. Так. У меня очень мало хпшки, я что-то не хочу вообще куда-то. Она не регенится? Регенится. Да-да, стой, просто восстанавливайся пока что. Ты что делаешь? Я хочу уехать подальше от этой... Там вон желтый подозрительно хорошо стоит, так смотри. Мы не будем ехать к этому желтому. Он хорошо. Цвета мочи. Черт, страшно. Не бойся, у нас есть контроллер. В любой момент. Блин, на самом деле контроллер так-то по-хорошему, это классная штука. Контроллер это классная штука. Фух. Да хватит ехать, все. Что? Черт! У нас будет пришелец, свой собственный. Давай его, он меня поцарапал, давай его скинем. Все, до свидания. Вот тут опять призрак умер от шипы. Ну и на здоровье. Просто пришелец пришел и ударил меня, поэтому мне пришлось его скинуть. Почему призраки умирают? Ну, потому что они призраки. Призраки, они же и так мертвы. Ну, видимо, не до конца. Тут так безопасно. Что? Так, что теперь? Сверху что-то написано. Я не понял, что там написано. Следующего игрока покрасят. Это будет Фарри бой. Чё у тебя там было против Фарри? Фурри. Может, подъедем туда? Так. Что это, дождик? Плачущее облако. Ну, по крайней мере, оно вроде как не ядовитое. Этому облаку грустно. Ты посмотри, на как оно выглядит со стороны. Такое...
Блин, это облако будет преследовать нас до конца жизни, а вдруг оно молнией как ударит? Не надо. Оно там что-то сверкает, но вроде нормально. Пожалуйста, не меня. Фух. Чё? Что сам? Почему я... У меня такая маленькая голова. Почему я такой маленький? Я, наверное, умный. Да. Четыре игрока ускорятся. Убери свою подмышку из моего носа, блин. Блин, там шип, а там кактус. И что делать? Он у чувака пришелец вообще поселился. Мы-то своего выбросили, а этот остался. Нам не нужны колючие пришельцы. Он его там потихонечку убивает. Смотри. Да. Слушай, может поедем куда-то туда? Куда? Ну, это единственная дорога нормальная. Пицца. Чё ты орёшь пицца, чувак? Ты этот фанат пиццы, что ли? У пиццы. Пицца, то пицца. Две пиццы. Вот они все к нам съезжаются. Валим! Ай! Чёрт, я об шип убился. Шип. А, это нафиг. Было очень неприятно. Ну-ка, понаблюдай за тобой. Так, вот ты где, вижу. Валите призраки. Бу! Так, тебя уменьшили. Я теперь могу нормально ехать. Призраки умирают. Блин, как я так глупо слился об шип? Это было очень обидно сейчас. Ладно. Нельзя прикасаться к этому шипу. Он плохой. Я, наверное, могу пристениться как призрак, да? Да. Не, я просто понаблюдаю, наверное. Изначально показалось, что тебе что-то другое не нравится. О, наша плита стала невидимой. Хорошо, хоть стрелки остались. Да. Теперь можно определять, где ты по стрелкам. Да. Зачем ты едешь в ту сторону? Мне хочется. Ладно. Ёлки. Стой! Остановись! Остановись! Да ёлки, ну так же нечестно! Ну вы чё? Ёлки-палки. Кто там остался? Осталось 2, 3, 4... 4 человека ещё в катке? Я был так близок к победе. Ну-ка, что ещё случится? Ну вон, кто-то ещё съехал. Ещё трое. Фантастический хакер, Ферри-бой и кто-то еще. Я собираюсь открыть командовский ящик. Давай. Dragon Sun, желтый чувак. Он не последний. А это не Dragon Sun был. Фига себе, кажись, мне крутые вещи выпали. Что там тебе выпало? Минуточку, что и как ты открываешь? Давай посмотрим. Это в магазин? Ну-ка, давай заглянем в магазин. Теперь у меня будет лицо. Он за 250, у меня 230, блин. Я подожду следующей каточки. Она как раз сейчас начнется. Ты тут? Иду. Давай быстренько. Я просто засмотрелся на свое прекрасное лицо. Ну-ка, покажи. Вот это у тебя, конечно, да. Тут вам не здесь. У меня офигительное лицо. Блин, почему здесь так много людей с аксессуарами? Абсолютно. Давай сейчас посмотрим. Итак, поехали. О, нет. Ой, сразу искривленные эти... Плиты искривленные, черт. Мне не нравится мне это. Ну, давай смотреть. Два чувака будут связаны.
О, у меня уже призрак ходит. Призрак коммунизма, блин. Так. Ай-ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На трех плитах начнется лесной пожар. А, вопрос, может ли начаться лесной пожар на плите, на которой нету леса? Ну, ты видишь маленький лес у себя на плите? Я вижу пенек, который горит. Видишь лесной пожар? Ой, что это означает? Метеор? Так, прощайте. Да. Ну, минус кто-то. Я. Он тебя снес? Да. Чёрт. Неприятненько. Это было обидно. Тот самый момент, когда в тебя прилетает метеорит. Ну-ка. Блин, лесной пожар вообще-то не весело. Хотя метеорит еще хуже, наверное. Сейчас, что там случится с теми чуваками? Где ты? Я вот, вот я. Привет. Прыгаю, смотри, вот. Да я вижу тебя, я тоже у тебя перед глазами. Я тоже тебя вижу, я тебе говорю. Так, что случится? Блин, здесь слишком много синих людей, я не могу тебя найти. Так по имени ищи. Тут вы все одинаковые. Мы что, китайцы, что ли? Так, чувака поменять с кем-то местами, но это был не я, ладно. Нет, два метеора. Как мне? Чёрт! Следить как призрак. А? Я ай! Хочу стать призраком. Ко мне тоже прилетел метеор, все нормально. Пойду ящик открывать. Надеюсь, тебе выпадет что-то стоящее, как мне. Погоди, там дают три ящика. Ну, в общем-то, покупаешь один ящик, и сразу тебе выпадают три дропа из одного ящика. Ага. Три в одном. Так, а как мне его открыть? Он из... В общем-то, нажми на кнопку Open Crates. А, тут есть кнопка Open Crates? Ну да, в общем-то, заходи сюда, нажми на Lab Crates, и вот будет красная кнопка. А, Open да, Crates. Блин, что-то неудобно сделано, ну ладно. Что же ты получишь? Так, ну-ка... Оранжевый след, две шестеренки... И синий фильмовый след. Сейчас я, наверное, синий фильмовый след одену. Потому что оранжевый мне не очень нравится. Мне тоже не очень нравится. Да, узбагойся. Так, где у нас там трейлс было вот это? Я одену вот этот вот. Ха-ха, прикольно. Из меня как будто пленка сыпется. А что это за груда мусора тут? Какая? В общем-то, не нажимай на груду мусора. Ладно, ребят, давайте тогда пока что на паузу. Начнем следующая катка, оттуда продолжим. Хотя, я думаю, что... Может, понаблюдать. Знаете что, да, я думаю, что понаблюдать будет интереснее, мы, по крайней мере, увидим эффекты, которые здесь могут произойти, потому что лучше посмотреть, как они работают на других людях, чем смотреть, как это потом работает на нас. Так. У меня теперь титул шестеренки будут. Ага. То есть след шестеренки. Круто. Я призрак. Блин, у чувака остров так растет, растет. У меня нет рук. Блин, этот пенек реально горячий. Ага. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет получаться. Теперь я знаю то, что нельзя допрыгнуть до другой плиты. Угу. Вот знаешь... Ну? Каждый раз, когда кто-то говорит наподобие «Вау, мой буст такой большой!»
такой высокий, вот я постоянно могу говорить: нет, я не твой буст. Да, да, да. Вау, мой буст из хаек. No, I'm not your boost. Блин, фига себе чувака расфигарило тут. На большой плите. Ага. Бедный чувак, его расфигарило. Так, а вот этот вот, который с мечами. А, его плита смешалась. Смотри, какой... Офигеть, смотри, что происходит. Чего? На дрвбвига вот это вот, посмотри, блин, чувак, извини, я не знаю, как твое имя ужасно произносится. Его плиту просто разнесло на куски, и они разлетаются. Я больше всего... Она еще и в шар превратилась, серьезно. Ой, какой бред. Я больше всего ненавижу, когда у людей ники полнейшие цифры, ты не понимаешь, если ты хочешь произнести их ник, то ты будешь говорить либо рандомные цифры, либо его ник, никак не поймешь. Есть такое. Такой обвгдаешь. Ну-ну. Так, ладно, посмотрим. Причем оно же продолжает дрифтить, и чуваку приходится постоянно подруливать, чтобы ходить на этой штуке. Какой. Ну-ка. Их вообще два осталось, да? Наверное, по коду, да. Наверное, да. Я кредиты получаю. Давай, давай, удачи. Так. На обе. О, часовая бомба у кого-то. А, чувак просто упал, все. Ну, а, погоди, ну так этот выиграл, не, или что? Который на шаре, который на шару. Нет, там есть еще человек, походу. Какой еще человек? Где еще человек? Я не знаю. О, game over. Да, чувак все-таки выиграл, хорошо. Фух, ну это довольно такое... Не знаю, мне кажется, это сложнее, чем Horrific Housing. Давайте еще одну карточку покрутим, посмотрим, как оно все будет. Так, 20 секунд. Ну хорошо, пойдемте туда, в этот, в приемничек. Заскочим. Слушай, а можешь сделать свет, вот свой свет какой-то необычный, наподобие оранжевого? Ну попробуй, я не знаю, мне как-то не очень хочется пока яркие цвета, я пока в стандартном синем похожу. Но синий это не стандартный. Для нас стандартный. Для наших синих скинов синий цвет очень даже стандартный. Так, мы в темноте, да? Да. Круто. Во тьме ночной, при свете дня. Идите нафиг от меня. Да, есть такое. Интересно, тут можно чувака толкнуть? О, кто-то уже улетел. Круто. Второй улетел. Фух. Блин, что, что, что? А, две плитки будут нормального размера. Ну, как бы у меня и так была нормального размера плитка. Все хорошо. Дайте, вот пусть у меня будет какой-то буст. Я тоже хочу что-то. Меня... Так, ты где? Ты оранжевый вот этот? Ты чё? Я не оранжевый. Ты какого цвета сейчас? Я фиолетовый. А, вот это ты с точкой? Я, в общем-то, фиолетовый, и я блестящий какими-то... А, вон, вон, штуками. Вижу тебя, наконец-то. О, ого. Это ты? Привет. Привет. Так, ну хорошо, посмотрим, что сейчас случится. О, наводи мышкой на плиты людей, и ты будешь смотреть их ники. Три плиты будут бесконечно расширяться. О, блин, дайте мне меня. Такую плиту. Мне, блин. Что-то пока что не расширяется. Ну, мне кажется, у чувака там большая плита, ну или мне кажется... Дайте мне хоть что-то! Блин. Да, вон, смотри, у чувака плита расширяется. И вправду расширяется.
медленно, но бесконечно. В конце концов, мы все будем у него спасаться. Что? Блин! Все плиты соберутся в один большой круг. Мое поехало. Моя плита становится меньше и меньше. Чуваку дали контроль над плитой. Спасите, я сейчас умру, кажись. А, фух. Нет. А! Уйди! Куда я вообще направляюсь? Привет. Привет. Так. Иди ко мне. Давай, поехали. Твоя плита едет в правильном направлении, моя... Нет! Погоди, это, кажись, не что-то плохое. А я не знаю, она черной стала. Нам сказали medical title. Так, я буду сейчас время от времени случайно прыгать. Да, прикинь! Нет, это не я прыгаю! Это не я прыгаю! У меня персонаж чем-то заболел. А! Оно само прыгает, нельзя так, вы чё? Где моя плита? Она куда-то, наверное, она ещё... Вон, видишь, она... О, я вижу. У того чувака она к ним пришла. Блин, как же хорошо... Что? У кого-то будет дважды больше хпшки, не у тебя случайно? У тебя! Почему-то у меня два раза меньше хпшки. А, это больше! У нас трамплин. А, плита-трамплин. Я и так прыгаю, еще и плита-трамплин. Ну да, да. Тебе не кажется, что она сейчас просто упадет такими методами? Это, мы сейчас утопчем. Я так не думаю. I don't think so. Две плиты будут ниже. Пусть не наши. Если плиты будут меньше, то это смерть. Плиты. Две плиты. Плиты. Да хватит прыгать! Мы не можем это остановить. Нам нужен хотя бы кактус, чтобы мы могли забраться. Так, ребят, надеюсь, сейчас кто это смотрит, никто не кушает. Если вас сейчас из-за этого стошнит, извините, пожалуйста, приготовьте пакетики, мы это не контролируем. С этой плиты сойти тоже не можем. Спасите. Так. Твоя плита... На меня набрызгали чернилами. Почему твоя плита такое ощущение, как будто стала повыше или пониже? Она стала пониже. У чувака огромнейшая плита с контроллером. Вот где хотел бы сейчас оказаться, если что. Пусть нам дадут контроллер. Да, тебе дали контроллер. Так. Поехали сюда. Поехали на большую плиту с контроллером. Прикинь, батут с контроллером. Да. Весело. Сейчас мы это заикание... Если мы доедем, мы сможем прекратить это заикание. Мы доедем. А-а-а. Не беспокойся, я инженер. Этого я и боюсь. Ну, мы так близки. Можно уже расслабиться. Чёртовы прыжки. Я еще каждый раз, когда икаю, прыгаю в два раза выше. Ехай, ехай! Фух! Чертов трамплин! Это хуже, чем ездить по русским дорогам. Ракета? Кстати, а где моя плита? Почему все стоят на моей плите? Никого не волнует, что там ракета пролетела? Где? Какая ракета? Вон! Где ракета? Вот! Нет тут никакой ракеты. Вот! В смысле, откуда ракеты? Уже третья, тут вся территория запитана ракетами, ракет дофигища. Какая ракета? Причем она двигается, блин, со скоростью черепахи. Какая ракета? Ой, ну тут нет вообще. Ну, ты не один, кого она поймала, так что я тебя спешу уверить в том, что ты как бы. О! Я открыл ящик, и мне выпало другое лесо, которое будет покруче.
Фух. Моя плита пошла подниматься. Плита-трамплин пошла подниматься, черт. А я могу на нее зап... Ее еще... Нет! Куда я упал? Черт. Ее еще и скривило. Ладно. В общем, смотрите, режимчик очень прикольный, очень классный. Спасибо, что порекомендовали. Не знаю, мне понравилось. А как тебе? Да, прикольно. Прикольно здесь. Я думаю, мы сюда будем возвращаться время от времени. Ну, пока что, наверное, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.